Словно сон, и все это не ты.
Реальность я познал с тобой. Во сне открылась мне жемчужина. Жена моя, моя любовь. Теперь идут часы, но мы попали в вечность. И колесо сансары разорвал. Я думаю, а может мы беспечны? Ведь музыкант не может быть неправ. Раскинув сети просто для улова, хотят поймать двух рыбок золотых. И сам они в приманке, и свобода. Реальная жизнь не просто подменит, но не успеть за нами никому. Пусть знает вера в деньги, это зло. И тем для всех мы стали полубогом, что мы творим добро. Почему не без тебя так плохо? Почему с тобой так хорошо? Я полюбил такую кроху. Ты для меня как ангел, словно сон, словно сон. Нижний подчеркнем про на инстаграме Филайлар, никнейм vk.com Филайлар. Давайте добавляйте этот EP себе в плейлисты, слушайте, пожалуйста. Довольно хорошо получилось записать то, что передать, то, что хотел. Следующая песня «Ангел». Как воздух и вода.
воздух и вода. На первом концерте в клубе «Лентяй», когда соло начало сходить. И на хорошем, почему-то больше не играл. Сейчас надеюсь, вспомните. Спасибо. Вы можете также послушать альбом в сети. Добавляйтесь, как бы я не выпускал на дисках, там у меня все ВКонтакте. ВКонтакте все мое творчество. Спасибо, Паша, что позвал. Здоровья. Было здорово. Я скажу пару слов тоже. Тоже скажи, да. Супер. Супер, красава. Давайте как следует поаплодируем Филу. Создал такое приятное романтическое настроение. Вообще молодец, конечно.
сколько лет уже как бы он поет, и всякий раз какие-то новые песни придумывает, это очень... Хиты, да, хит за хитом. Давайте мы проголосуем традиционно, сколько рук поднимется в поддержку Фила, столько, ну, возможно, что-то выиграет. Я сейчас расскажу, что мы выигрываем. Значит, первое место – это «Два часа на студии» Санчилла Рекордс. Второе место – это мастеринг. Третье – это 50% скидки на мастеринг. Так, поднимаем руки, кому понравилось творчество Фил, голосовать можно несколько раз за вечер. Раз, два, три. Ну, в принципе, учитывая, что в зале 4 человека, то... А, 4. 4 голоса. Очень неплохой результат. Давайте поаплодируем Филу. Молодец. У нас всего трое, поэтому призы получил, я думаю, каждый. Санчилла мне еще обещал это. Ну, я потом расскажу про Санчилла, да, про Санчилла с отдельной историей. Итак, мы пригласим сейчас на эту сцену, в общем-то, виновника торжества и его группу. У нас сегодня в середине вечера выступает музыкальный проект под названием «Огни Святого Элла». Мы давайте поаплодируем этим чудесным ребятам. Они в предыдущий раз в 2014 году, да? В 2014 году у нас выступали, и вот вернулись, скажем так, ну, надеюсь, не на один раз. Вот. И плюс сегодня день рождения у их бессменного Ильи. Давайте поаплодируем ему. Это... Ну да, я догадываюсь, что он готовится. Сейчас вот из гримерки, собственно, и выйдет. Вот. В общем, приглашаем, сейчас у них будет саундчек небольшой, и они начнут. Итак, «Огни Святого Элла».